Мощные компрессоры, эффективная термоизоляция, продуманная система охлаждения, электронное управление. Вот главное достоинство Горини F6150. Привлекательные снаружи, вместительные и удобно организованные внутри, они станут отличными помощниками для тех, кому нужно заморозить различные виды продуктов, от деликатных лесных ягод до большой тушки птицы. Дизайн морозильных шкафов простой, но элегантный. Модели отличаются друг от друга только цветом. F6150IW белый, F6150IX серебристый и дизайном ручки. У серебристого морозильника она более короткая и с дополнительным замком-фиксатором на двери. А у белой модели она длиннее и нет фиксатора. Впрочем, они одинаково удобны. Что касается внутреннего оснащения, то здесь у них все одинаково. 6 вместительных ящиков. Здесь можно легко рассортировать все продукты для заморозки. Прозрачный материал позволит быстро определить, что и где лежит. Верхний ящик с откидной крышкой. Именно в нем лучше всего замораживать мелкие продукты, к примеру, ягоды или пельмени. Распределив их на этой сетке, можно не бояться, что они слипнутся или прилипнут к дну отделения. Остальные 5 ящиков выдвижные, предназначены как для заморозки, так и для длительного хранения замороженных продуктов. Кстати, полочки, на которые установлены ящики, выполнены в виде сетки. Если необходимо аккуратно заморозить большое количество продуктов, ящики можно извлечь, а продукты разложить непосредственно на сетку, что ускорит заморозку и исключит слипание. Именно для заморозки большого количества продуктов у этих морозильников предусмотрена функция Fast Freeze – быстрая заморозка. При ее активации температура внутри морозильника понижается до минимума. Благодаря быстрой заморозке в продуктах сохраняются все полезные вещества. Отметим, что если бы вы забыли сами отключить этот режим, морозильник автоматически отключит быструю заморозку через 48 часов. Управление прибором, в том числе и активация быстрой заморозки, осуществляется при помощи вот этой панели. Очень удобно, что температуру можно выставлять по градусам, выбирая наиболее оптимальный температурный режим для замороженных продуктов. Кроме того, здесь есть режим «Эко», который сокращает потребление электроэнергии. При этом температура в морозильнике поддерживается в пределах -16, -18 градусов. А вот эта лампочка будет мигать, если вдруг температура внутри морозилки поднимется до критического минимума. Нажатие клавиш сопровождается звуковым сигналом. С помощью этой кнопки его можно отключить. На двери морозильников есть 3 окошка, при помощи которых можно отслеживать режим работы. Так что не нужно каждый раз открывать морозильник, чтобы посмотреть, включена та или иная функция. Есть здесь и небольшая подсветка, встречающаяся далеко не во всех морозильных камерах. А настоящей изюминкой можно назвать 2 огромных аккумулятора холода. Они позволят сохранять внутри камеры низкую температуру. Очень полезное и приятное дополнение. Горини F6150 – простые в использовании, универсальные и надежные морозильники, которые справятся с заморозкой и хранением любых продуктов на отлично.